Поклонная гора города Москвы. Приехали смотреть салют. День Победы, 9 мая. Буду снимать салют. На Поклонной горе идет концерт. Живой концерт, да? И когда вот моя оправдана была, концерт не здесь, а за музеем был. Вот так много людей. Да, у меня тут. Угу. Я не хочу. А, детеныши. С флажками. Приятно людей снимать. Я сначала как-то мельком снимала. Давай закурим, товарищ Поклонной. Давай закурим, товарищ Поклонной. Спасибо! Вы знаете, песня «Давай закурим» была написана у самого Харви Никодичного. Ничего не было. Только в этой песне всего было. Сколько в ней веры в победу, в то, что все будет хорошо. И эта вера, она закон. Я пойду туда, по любому что Россия. Так много цветов! Так много цветов! Цветочки, тюльпанчики красивые. Thank you.
никогда не думал. Поклонная гора, город Москва. Скоро будет салют, праздничный салют. Ой, как много людей на Поклонной горе. Как много людей. Концерт на Поклонной горе. Смотрим, слушаем. Салют на Поклонной горе всегда хорош.
Какой бы страшной ни была война, они должны знать, что помнить наши дети, чтобы рассказать уже за потомками своих детей. Thank you.
закончился. Вот какая там красота, фонтана с необыкновенно красивой подсветкой. Поклонная гора, праздник 9 мая, город Москва. После салюта. Да, вот такая красота здесь на Поклонной горе в городе Москве. Ай, здесь есть такая достопримечательность. Цветочные часы и название. Город Москва. Выложены из цветов. Подержи, подружи, чтобы она. Такое название Москва и цветочные часы. Красота. Сейчас пойдем, подожди чуть-чуть. Цветочные часы. Показывающие точное время. Действующие часы. Вот такая красота. Сидим как на ручке. На ручке. На шею. Вот народ все идет, идет в метро. Парк Победы. Да. О, давай. Как же много людей было сейчас. Сегодня на Поклонной горе. Мы знаешь где? Короче, где написано Москва. Вот таким был замечательным, таким замечательным был вечер. 9 мая 2014 года. В этом году смотрела салют.
праздничные на Поклонной Даре в городе Москве. Замечательный был совет. Красивый. Все, домой.